Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, сейчас их рапануем. Отличненько. Работаем, работаем, парни. Давайте, конечно, еще сюда сбегаем. О, 4. Центр коммерции строим. Так. Здесь, значит, вырубаем. Все, это сбор точно, да? Тут вырубаем, тут вырубаем. И строим центр коммерции. Это я готовлюсь к героическому веку, чтобы соседство центра коммерции и гавани давало мне науку. Я без компусов пока. Нет, не хочу, я в рапануе. Только одну ГГшку нашел, представляете? Ладно, может тогда пока вверх сходить. Я думаю, что тут Брэдфорд не захватит. Да, японец дружбу предлагает, естественно. Ой, а Лос-Анджелес кто берет? Угадай, кто его может брать. Ну, кстати, да, у меня караваны, если что, добегают до Инвиктуса. Потому что Инвиктус у тебя тоже должны добегать. Ну, мы близко тут. Мы просто через этот пролив, где у тебя Лос-Анджелес стоит. Я сверху. Зря я рассказал все это. Так. Слушайте, по-моему, у меня пансион мой не работает. У меня такое ощущение. Две веры от рудников редких и бонусных ресурсов. А, редких и бонусных. Он блин. Меня сейчас убьет, у меня войска заканчиваются. На своих копиях. Ну это ваша разборка. Нет, я же не спорю, просто не нужно. Иначе он меня действительно. Строй коляски, нападай или мир заключай. Я и нападаю. В Брюссель можно будет отправить. Так, давайте стоим пока тут в защите. Тут коник приплыл. Военный лагерь японец поставил, смотрите. Чтобы уже точно я не прошел. Ну я с моря могу все эти города его захватить вообще-то. Я не знаю, ну, правда, не знаю зачем. Мне это надо было бы. Я могу коней продать. Нет, Инвиктус, я тебе не дам железо. Ёлки-палки, мапучи, я за этой руиной плыл. Все, война. Война мапучи объявляй. Которая под Ереваном, что ли? Да, я ее нашел случайно, потому что стал союзником в соседней ГГшке. Иду за ней уже ходов. Я ее нашел в самом начале игры, если что. 12 ходов за ней иду, и ты из-под носа ее упер. Мне просто лень было за ней идти, я буквально 7 ходов назад отправил мечника. Ах, хрен его знает. Я вот в качестве мести скажу всем, что ты Макчу-Пикчу строишь. Вот так вот. Вот ты отомстил, так вот отомстил. Я держусь за сердце и умираю прямо сейчас. А тем временем у Мапуча 11,5 великих людей вход. Учё.
Нормально. В кампусы ударился парень. Ну там еще карточка. Не только кампусы. Какая карточка добавляет очки великих людей? Ну, ты поставил карточку на ученого еще? Да, что там такое? А что там за ученый такой, что ты прям аж карточку? Дает озарение для двух случайных технологий, озарение для одного. Ну, не знаю. Пока ничего такого сильно интересного, я просто хочу как можно больше ученых забрать. Просто люблю карточки всякие ставить, да? Попарилась, да. Так, а что мы в Бирмингеме хотим построить? Вот так, давайте все-таки колосс тогда построим, и сейчас я буду вырубать камень. Хотя не хотелось бы его до выхода в героический век строить, честно скажу вам. 7 ходов как раз. Надо будет отложить, только не забыть об этом. Оу. Не успел. О, я такое чудо еще не видел. Хорошее. Выглядит красиво. А что? Что за чудо? А, видимо, эти бани, что ли? Не, подожди, я не вижу названия, честно говоря. А где, где, у кого? У японца? У японца, да. Криач. А, белый песок, белый песок. Клетки дают 4 золота, одну науку, одну культуру. Кри, ты в Армонгере, что ли, собираешься? Или что это у нас такое за по количеству армии? Так на меня напал римлянин. Да, он же с Римом воюет, ты чего? С Римом нет, по ней мир заключили. Ну так армия осталась, что ему теперь армию удалить? Ты что, рангировка, что ли? У него было 350, а сейчас у него уже 500 с лишним. Ну полечилось, полечилось. А мне отхилилось все. Нет, ну я бы на твоем месте все равно как бы армию подстроил. Но... Да, я уже начал это делать. Это логично, откуда у него все это? Ну, да, может. Давайте, наверное, а тут еще стены построим. Мапучи угрожают, типа. Надо держать ухо востро. Так, в лице надо монументик. Здесь надо собрать. Ну, вообще, в принципе, тут, конечно, можно грандут. Тут намного. Но все равно надо заселять. Я попилил с римлянином, когда он на тебя напал. Боже, а че они не атакуют? Я предпочел воспользоваться просто моментом. Этого лука не атакует. Я воевал немножко в развитие поиграть. Теперь, видимо, опять придется армию строить. Ускорение теологии. Хорошо, у меня как раз нету возможности религию основать. О. Мне предлагают остановить Клеопатру из Египетской империи, которую захватил Лос-Анджелес. Ага, Лос-Анджелес все-таки пал. А у вас не всплыл военный кризис? Нет. Они не знакомы со мной, поэтому не всплыл. Я вообще США не вижу. Ты меня не видишь. Че, у меня денег маловато? Откровенно, вот чего мне не хватает. А, так тут бананы. Так. Ну, я бы вот тут камень брал. Перво-наперво. Еще не все вырублено. Даже кто-то культурные районы построил уже. Слушайте, надо поменять тут, наверное, еще на рабочего будет. Это японец у нас. Культуролог. Культурный человек, пацаны. Кому культурки? Да, Алексей, не дал мне ничего, а? Ну ладно. Офигеть, ты на войну мощный, да? Ну, подожди, я не понимаю, ты жалуешься что-то? Я тебе предлагал мне нападать? С самого начала игры. Инвиктус, я играю честно. Я ни тебе не дал, ни Египту не дал. Я тебя провоцировал, я тебя дразнил. Но не нападал. Сейчас я отобью Лос-Анджелес. Отобью Лос-Анджелес, сожгу твой Асуан.
Виктус, найдешь меня, как бы железо к твоим услугам. Короче, мы тут, ребят, мы в FFA 8 играем, а эти ребята дуэльку катают. Не мешаем. Да, влиться. Так, тут давайте тогда амбар в очередь. Ну, первое дело монумент, чтобы быстрее клетки эти добавлялись. Дальше амбар. О, флотоводец. Ну, я вообще тут... внимание, что этот чемякюль дает, который ты строишь из мозгучки? Рацию дружу. Это можно. Что это за каре такое? Так, убиваем. Качаемся на варварах. Из Бристоля. Или в Лондон. На производство побольше. Давайте в Лондон. Или в Ньюкасл, блин, на еду. Наверное, на еду все-таки. Я такой противоречивый весь. Еще один караван где-то может быть, да? Нет. Сейчас достроится маяк. Так, стены в Лондоне завершены. Чё строить? Эх, ты чудеса строит. А можно прекратить Занзибар, пожалуйста, мой зерень? А, все, простите, это я слепой. Все нормально. Претензии снимаются. Нет, мы как бы возмущены, что ты слепой. Плати нам всем ради деньги. Ради бога, возмущаюсь? Нет. А где я Польшу встретил? Польша. Это Польша встретила тебя, а не ты встретил. А, вот она приплыла. Да, вот польская банка. Очень живописный залив. Интересно, карта, конечно, и на десятерых тем более. О, в Идене это не у меня походу. А нет, у меня в Брэдфорте. Ой, лошадку убивают. Отступим, пожалуй. Так, постоим. Вырубаем камень. Наверное, этот тоже вырубим. Че он там, зачем он? Не понял, а армия пересчитывается не сразу как-то? Потому что у меня два юнита построилось вот сейчас в этом ходу, а что-то не прибавилось никуда в военной мощи. Так, давайте переключим. Да, можно на положить рабочего. Можно положить. Не видел. Справа. Не хочу я колосс, как понимаете, достраивать, потому что надо в героический век сначала выйти. Так, и это относится. Нет, не относится. Вырубаем. Где нету рек? У меня встали здесь 4 города. 5 города. Ну, если ущербные, то 6. Ну, тут эта тундра сверху, конечно. Бесполезная абсолютно. Так, в Лондоне монумент. Маяк тут пока... Хотя маяк жилье дает. Ну, здесь, с другой стороны, жилья и так дофига в Лондоне. А Падана... Не хочу, давайте торговаться. Ребят, поднапрягите кто-то, поляка, что ли? Типа, человек вообще армию не строит, никого это не смущает. В смысле напрягите поляка, зачем? Ну, зачем в смысле, ну человек просто в развитие играет, типа. Топ-1 по науке сейчас. Армию не строит вообще. Мне просто неудобно с ним воевать, например, у нас тут горы и джунгли. Мне неудобно, но вы поднапрягите.
Я просто к нему не буду идти. Дайте мапучи развиваться, чё поляк развивается, да? Мапучи в армию сейчас упарывается, так что не надо тут. Я армию. Меня он пугает, паундмейкер сбоку. Я не страшно. Так, ты... Лян надо брать. Я так понимаю, Лян сейчас говорил, и мапучи. Куда? В Шеффилд. Предлагал напрячь поляка. Ты не то чтобы очень страшно со своими, да, 109 армией. Я же говорю, ну я строю армию сейчас. А, уже ты готовишься? Ну все, я понял. Сейчас повоюю. Я как бы, ну... Я понимаю, что я не сильно страшный. А у меня сколько армии? 173. Что тебе мешает играть в развитие, пока тебе никто не мешает, включая поляка? Так я играю в развитие. Плохо получается? Нет, все нормально. Какие проблемы? Он хочет тебя понапрягать, какие проблемы? Поляк может слишком далеко вперед уйти просто. Есть такой риск. Ну, расселяться мне уже некуда, кстати, насчет развития только особо, поэтому. Ну, все еще есть проплыв, здорово. Центр коммерции, рынок. Амбар завершен. Ну что, я бы тут кампус построил, на самом деле. Центр коммерции я здесь построю потом. О, а тут что? А, это у нас... А, так это у нас этот. Ну, сначала кампус на плюс 4 все-таки. Тут, кстати, он второй бы. Хотя 12 ходов. Ну, я там камень вырублю. Феодализм пошли. Пока так. Блин, я тут столько очков эпохи идет. О, как раз вулкан. Ну, вообще он эту вот клетку улучшит, я так понимаю. Правда, одну всего лишь. Интересно, карта сгенерировалась, интересные места. Даже не знаю, что в итоге получится здесь. Взял, подставил моего воина. Так, лечимся. И тут отходим лечиться. Торговец завершен. Как у нас вообще бегают караваны? Из Лондона есть, из Бристоля есть. Из самого Ньюкасла нету. Вот я бы из Ньюкасла отправил, кстати. Тут плохо растет. Блин, с одной стороны, конечно, висячие сады хотелось бы построить. Но она займет холм. А тут я не хочу вокруг политической площади. Ну ладно вообще, что делать? Надо строить, я считаю. Так, что у нас с колоссом? Тоже три хода. Так, стоп, ну тут я вырубать хочу еще. Так, то пока поставим колосс, но это такое временное. Осака. Так, киты обработаны, жемчуг обработан. Давайте... шахты ставить. И я бы здесь постоял, поконтролировал, чтобы варвары не появлялись. Так, камень вырубаем. 6 ходов кампус. А, блин, ну подстава. А я так плыл. Что у нас карточка? Против варваров. С моей стороны я могу биться на клетке, а с твоей стороны. Давайте исследовательские гранты.
Внезапно. Так был город построен. Блин, зря я в средневековье вышел. Два хода можно было подождать. Еще флотоводец. О, формирует флот. Это хороший флотоводец. Будем его держать. Так, вот тут надо решить, где я хочу строить коммерческий район. Здесь или здесь? И тут у нас холмы и леса. Но мне кажется, здесь, потому что здесь я могу, например, рис вырубить и тоже какое-то сделать соседство. О, мавзолей в Геликарнасе, кстати. О, а тут эти мавзолей в Геликарнасе можно будет построить. У меня Мачу-Пикчу один ход. Кто-то еще за него воюет? Интересно. Сейчас бац, вырубают деревья. Ну, да, вот интересно. Собирается подлость устраивать. Ну, а зачем ты сказал тогда? Да, мне вот тоже... Как-то не очень логично, прям говоря. Типа, раз я сказал, то не устраивайте подлость, да? Все, ребят, я сказал, нельзя строить Мачу-Пикчу никому, кроме меня. Все, забанил чудо. Японец, предложение. Чурлеп первый, пацан. 315. У тебя все хорошо, Инвиктус? Зачем тебе только войск? Инвиктус, предложение. Польша, предложение. Все приняли, Так, поплыли дальше. Что я очень много очков тут набрал, конечно. Так, инженерное дело откроем. Ну, кстати, почему машиностроение не открыть? Сейчас я апну. Думаю, лучников. Арбалетчиков, я имею в виду, не открыть. Почему бы и нет? Античность через один ход закончится. Я, наверное, один в героическую эпоху выйду. Что там за роха? Слипсом захватывал на один тот же город. Порочка. Через ход. Ход он держит город, ход я. Бедный Лос-Анджелес. Порочка идет. Так, давайте строители опять же. А может там фаросский маяк еще? Кстати. Хардкорная упорочка. А давайте. У нас Бирмингем такой будет с чудесами. Так, и обратно возвращаем колосс. Так, здесь вырубаем. Слушай, Инвиктус, в этой войне без... Слушайте, а может оставить, сейчас тут вырубить, потом пойти сюда вырубить и мавзолей в Геликарнасе попробовать бахнуть? Надо было сразу сюда идти, наверное. Давайте оставим тут производство пока. Так, в Брэдфорде строим монумент. Этот у нас... Будет ждать своей очереди. Тут у нас шахты строятся. Исследуем. Исследуем. Интересно, такой великий флотоводец Халецкого мимо проходит. Его зовут Артемисия. Точнее, ее. Это Артемисия. Простите, не признал сразу. И Гай Дуилий. Что, каждый должен знать Артемисию по имени? Как же ты мог не узнать ее?
Хочу чудес понастроить, не знаю почему. Какое-то непреодолимое желание, раз есть возможность, и леса, и вообще. Ходят слухи, что Египет захватил Лос-Анджелес. Засуха. Слухи ходят. Шок прошел. Что это? Американец. Был бы это не американец. Висячие сады, колосс. Да, ну, правда, изоляционизм заканчивается. Что поставим? На строителей, пожалуй. Блин, подождите, может поставить... Уже убрать против варваров и... Плюс 5 против варваров убрать. Я вот думаю, давайте уберем. И морских юнитов поднастроим. А он ничего не сделает абсолютно. Ему нападать некуда, даже между нами горы. Чуть-чуть между нами. Между нами сплошные горы, ему просто некуда идти. Торговец. И на кого ученый? Я там нападать должен? Я что-то не совсем понял просто. Поляка. Чё это вдруг? Что, армии нет? Ну, мне неудобно с ним воевать. У меня очень неудобная позиция, типа, там, с ним воевать. Почему он активируется? Хотя, конечно, нужно, по-хорошему. В торговом центре. Мне реально некак это делать. А этот что делает? Губернаторский титул. Это здорово. Ваш парень в развитии явно играет. Типа, так. Я просто не смогу с ним, ну, слишком неудобное место. Давайте, наверное, возьмем пока Виктора, правда, в Ньюкасл. Накопил послов. Меркантилизм, просвещение ускорены. Тем более, как только я на поляка рыпнусь, у меня в спине злостный паунмейкер с кучей армии. Да, блин, да, заключите дружбу, союз там, я не знаю, или вообще вы без вариантов никаких союзов. Я не знаю, я на него не хочу идти. Не, у меня и джунгли тут, там мне тут еще территорию надо колонить. Так, надо караваны покупать. Давайте поляк не будет расширяться. Ну-ка, интересно, что сейчас, какой итог? А где результаты? Так, вот, производство, решились. Отлично. Симбиоз будет культурный захват делать. Так, ну вот сейчас самое время строить морские юниты, значит. Чё б нет? Ой, как приятно, стоимость в производстве понизили на 50%. Сейчас юниты как все настроят. Как раз подготовлюсь к войне, Слопуч. Да кто сказал, что... Я сказал же с поляком, что я не буду воевать. Ну, на всякий случай, юнита лишнего не бывает. Так, феодализм. Ну, и то верно. Давай, строй юниты. О, новые строители получают сейчас, два действия больше. Сейчас, если вынести было, нехер делать бы. Ну так выноси. Так заключи дружбу с Крей, не знаю, чего ты боишься, Кристи? Или вы не можете заключить дружбу, в чем дело? Ладно, я отправил ему предложение. Теперь все зависит от него. Хорошо. Я тебя понял. Бедный Лусан. Так, из Бирмингема бегает уже. У меня из Лидса, из Брэдфорда. Ну, то, чтобы у меня сильно много армии было, я сейчас смотрю так. А я правильно понимаю, что потери среди населения при извержении вулканов возможны только в случае, если вулкан, если город стоит прямо перед вулканом? Да.
Но то это... есть, если юнит просто обрабатывает клетку, житель, то он не умрет? Нет. А вот у меня сейчас Везувий извергался, и два жителя погибли. Везувий на две клетки извергается. Это чудо. Нет, он извергается на одну. Нет, на одну. Ну ты посмотри, может это юниты погибли, которые там были? Нет, у тебя именно два жителя. Граждане иногда убивают, если обрабатывают клетки. Серьезно? Вроде как да, там зависит от степени. А, поляк, предложение. Просто у Везувия написано, что всегда приводит к жертвам среди населения. Вот а, ну значит... Из-за этого? Значит вот так, да. Ой, я машиностроение так открыл. Без улучшения. Это зря. Ух. Даст, это нормально? Да, все. Фигня какая-то. Все отлично. Так, полнежданный дождь. У меня тут засуха была, что ли? Блин, надо бы тут, наверное, заселяться. Сколько мы хотим галер? Наверное, штук 15, правильно? Тут чудеса строятся. 4 галеры есть. 4 галеры есть. То есть еще 11 надо. Давайте здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь. 4, 5. 11 галер. Потом будем квадриремы строить. И постепенно надо бы выходить, видимо, в каравеллы. Так, Брэдфорд. Здесь надо выкупить вот эту клетку. Оля, как еще две нуки. Ну, у меня 60. Не знаю, что вы на поляка гоните. Нормально сидит, развивается. Дают возможность чёрным развиваться. А сколько у поляка городов? Ну, откройте, посмотрите. Так, а, да, точно, что видел же поляка. Просто, блин, я ещё половину не встретил. Я только... Я вообще только троих встретил. Я двоих вообще. Ходит слух, так, что Америка захватила галеры, куда там плыть. Парусский маяк, отлично. Так, здесь кампус построил, это мы ускорили. Ну что, бонус соседства для кампуса поставить или пока нет? Так, я бы, конечно, вообще в наемников бы вышел, то есть мне нужно 8... Мне нужен еще один юнит, на самом деле. Мне всего лишь один юнит нужен. Наземный, я имею в виду. Поэтому давайте в Ньюкасл Upon Tide построим... Наверное, построим всадника еще одного. Один ход всего лишь. Так... Тут у нас... На армию, что невероятно быстро строятся все юниты. Вообще, это незаконно. Ну так это ж у всех так, а не только у тебя. Нет, я понимаю, но от этого не более законно.
собираем три ремки. Галеры, галеры. Складируем. А, вот и Египет. Встретился. Русский маяк завершен. Ну, давайте кампус, наверное. А, блин. Как раз... Ясно. Так, давайте сначала строителя. Или вообще его купим. 150. Давайте купим, а построим торговца. Так, тут у меня... Фига себе, как юнитов рапануя буря накрыла. Уходим сюда дуболомом. Тут лечимся. Обрабатываем слонов. Так, с Египтом есть чем поторговать? Есть. Давайте оливки. Египет, предложение. Все, я ускорил, по-моему, наемников, да? Да, отлично. Идем в торговую республику. Две каравеллы. Тут давайте открывать... Блин, тут картография по одному ходу открывается. Давайте тогда замки. Стремя образования. Здесь эти лян повысим. Будем аквакультуру делать. Какой-то тундре шаландуюсь. Ну, здесь надо вырубать. Короче, хреново я пантеон взял. Прямо скажем. Так, всадники завершили, давайте строителей делать. Как интересно, Мапуче вырвался вперед по науке. Чё это, я вот... по количеству изученных технологий. Я понимаю. По количеству науки-то я отстаю все еще сильно от поляр. Давайте, наверное, уже к японцу посылать. Заключим с ним союз. Поляк сейчас будет отлетать вперед, на самом деле. Потому что он армию начал строить, типа теперь ему никто еще и не... И в военном плане не сильно конкурент. Да у меня вообще нет науки, понимаешь? Я по науке просил нереально. Причем тут ты, Инвиктус? Почему про поляка говорил? Я про себя. Ну надо было пожаловаться, понятно. Вне зависимости от контекста. Так Америка с Египтом не хотят мир заключить? Зачем эта упорка? Или дуэлька все-таки у вас? Да у нас не дуэль. Не, здесь уже ничего не будет, если игра за повод. Не надо говорить, потому что всякие нехорошие вещи в самом начале. Да брось ты ерунду, малыш. Что ты гуглишь-то? Я не в том, что... Придирайся к словам. В смысле? Ну нет, не видишь. Что это? Никто не придирается. Можно говорить что, все что угодно. Главное действие. Что тебе в моих действиях не нравится? Что тебе, что тебе в моих действиях не понравилось? Моих? То, что ты сказал, что... Я сказал, я тебе говорю про действия. Не то, что я сказал. Я тебе предлагал, кажется, там потом дружбы, кажется, торговлю.
Виктус, ну ты посмотри на нашу территорию, что вот вы играете только со своей территорией, здесь очень сложно. Ну ты, пока ты меня заберешь, можно, нужно пока было... ты меня заберешь, они уже все улетят. Это понятное дело, это уже как бы было понятно, когда я не взял... Так, два хода, три хода. Ну, давайте Counterforce откроем. С того момента уже было понятно, что это как бы... Образование, вот так, пока, стремя. Ну чё ж тебе... А чей катализм? Теперь уже надо пытаться тужиться, забирать, пытаться тебя. Конечно, это очень сложно. Но других вариантов я просто не вижу. Как здесь возвращаться буду. Да, блядь, себе нужен акведук, несомненно. Такамацу. Кстати, все еще только 2 ГГшки найдено. Я сейчас каравеллы выйду, поплыву в ту сторону. О, Галикарнас, отлично. Еще один. Позволяет морским юнитам перемещаться. Да, может сразу его использовать тогда. И поплывем сейчас. Ну, тут, правда, осталось до картографии чуть-чуть. Но я, например, не буду все в каравеллы апать, а можно уже какими-то галерами сразу поплыть, да. Давайте так и сделаем. Нет, не вот этой. И вот так. О, здорово. Вот мне интересно, поляк, у тебя такое количество науки с университетами или без еще? Без. Это пугающе. Количество науки, потому что я появился так, в местности, боже. Где 50%... Золотой век вышел, чувак, поэтому у него столько науки. Что-то все удивляются. У меня меньше 4, ни один кампус не дает. А, ну в этом надо объяснять такие. Плюс карточка на 100%. Шикарно. Согласен. Хорошо устроился, бесспорно. Центр коммерции в Шеффилде. Угадай. Ты разреваешь, что мапучи. Ну, слушай, кому еще, как не твоим соседям, было интересно? Я вот только что... Расслабься, все нормально. Я тоже только что карточку поставил на плюс 50%. Плюс 100% соседства. Угу. Теперь я чувствую себя чуть-чуть покомфортнее. Потому что я обещал тебе не бежать? Ну, сейчас каким я фронтом... Нет, потому что я поставил карточку... Открываю карту красиво, сейчас я пойду. Почти тоже количество науки, что у тебя теперь. Даже немножко больше. Так, один ход остался до... Давайте поменяем... Блин. Давайте... Ну, что-то тут вот теологию один ход откроем. Или нет, мистицизм один ход откроем. Потому что в Бристоле я уже закончил строительство галер, а еще один ход в Лондоне будет. Так, открываем стремя, потом... Открываем картографию. Вот так делаем. Галера у нас тут висит. Здесь... Ну... Для универа рановато. Давайте квадриремы нафигачим. Тоже примерно столько же. Хотя квадрирем надо меньше, потому что фрегатов... Фрегаты апаются с помощью селитры. Поэтому квадрирем, ну давайте 6, что ли. 5 флотоводец, дает одного посла, его мы используем, я думаю. Да блин,
Кого я взял? Этого? А, я два раза могу использовать, я и забыл. Я ж Геликарнасский мавзолей построил. Так, дает одного посла. Давайте, кстати, первый посол используем. Ты сидишь без науки, короче, и плачешь. Вот так сделаем. Дальше. Кто-то виноват, что ты упорочку там устроил. Что, Инвиктус виноват в этом, да? Понятное дело, что... Слушайте, давайте тут поселенца лучше сделаем. Ну, блин, расчет был на то, что не будет там разведчика, который увидел мои войска. И я спокойненько подойду к Вашингтону и захвачу его. Ну, оно бы так и было бы, на самом деле. Ну, там, ставочка не сыграла. Да, ставочка не сыграла. Ну, Цива, это, блин, сама такая... Такая рулетка. Не успел. Так, надо быстрее ходить. У меня куча юнитов. Поперечного было. Ставочка не сыграла, а казино выигрыша. Надо юнитами сначала походить. Тут все откладывание, это нормально. Так, надо использовать губернатора. Так, тут какой-то остров, кстати, вот здесь. Блин, где-то лагерь варваров заспавнился, елки-палки. Пойди догадайся, где. Так, все, исследовали здесь. Это что за чувак? Плюс один уровень. Кстати, можно... Вообще, можно пойти сейчас кого-то захватить. Ну, только кого, непонятно. Ой, такие неприятные времена начинают, простите, объединяются, что слишком ученые, значит, обещают напасть на тебя, вот прям не сидит спокойно люди. Неприятный, неприятный. Поляк? Ну, конечно, поляк. Лю, так на тебя никто не нападает, Лю. Лел. Меня никто не нападает, понятно, ну, страшно. Но армию ты строишь, я смотрю. Ну, строю, да. Конечно, ты что же делать? Вынуждаются, ребят, вынуждаются. Так, вот теперь поехали в торговую республику и здесь меняем на... Давай, может, скидку. Мир дружбы заключим? А? Может, мир дружбы, ты полчаса назад предлагал так. Все карты я под напряжение мир дружбы, вот так вот. Я хочу квадриремы строить. Ну, что ты боишься, меня же в Золотом веке. Мокшу назначим. Я не боюсь, куда? Я просто дружбу в Брэдфорд. Предлагаю. У нас с тобой армия, но не сильно пока что различается. Я тебя пока не сильно... И давайте в Шеффилде купим строителя. Не, пока не будет с тобой дружить. Блин, надо было до смены карточки это сделать. Ну, как всегда. Все как всегда. Мое дело предложить, как ты сам понимаешь. Блин, не знаю, тут рабочий. Мне как-то не хочется особо тут... Давайте вообще вот тут шахту скорее сделаем. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!